прозвучала запись блюза, сделанная Владимиром Масловским и Владимиром Родионовым почти 20 лет назад. Второе отделение нашей встречи будет целиком посвящено джазу. И это понятно, ведь Володя в первую очередь был джазовым музыкантом. В молодые годы бесценный опыт он получил, работая с такими легендарными музыкантами, как Виктор Авдеев, Владимир Щукин, Александр Смирнов немного позже, Евгений Пономарев. В начале 2000-х годов настоящей отдушиной стала для него возможность уезжать на так называемые ассамблеи Международной ассоциации джазовых школ, где он встречался с выдающимися джазовыми музыкантами. Когда я готовилась к концерту, я выписала фамилии этих людей. Они очень известные люди. Но я сейчас даже не буду их перечислять. Радостно, что в своей жизни он имел такую возможность общаться с равными себе, учиться у них. На этих ассамблеях он неоднократно давал мастер-классы и каждый раз принимал участие в гала-концерте преподавателей высших джазовых школ. Володя был человеком немногословным и редко высказывался о чем-то, особенно публично. И тем более ценно, что сегодня мы имеем возможность услышать его мнение о том, что такое джаз. Я знаю, что вы преподаете гитару, музыкальный колледж. Как много сейчас желающих действительно обучиться искусству игры на гитаре, тем более, когда они видят, куда это можно применить в такие коллективы. Ну, в последнее время что-то было. То есть... не очень много желающих, но если сравнить, конечно, лет 20 назад там просто конкурсы были музыкальные. Сейчас такого нет. Такого нет. Ну, давайте. Не все понимают еще до конца, что такое джаз. Все-таки джаз надо популяризировать, наверное. Потому что джаз, в принципе, ты можешь сравнить с наукой. Это как базовая наука. Человек, который по-настоящему умеет играть в джаз. Потому что очень много таких музыкантов, которые вообще себя называют джазом, но такими, по сути, не являются. Они только имитируют джаз. Играют что-то или поют похожее на джаз. А джаз – это же, это действительно основа, это импровизация. Джазовый музыкант – это как, ну, в армии, как спецназовец. Его увлеченность заражала других. И именно под его влиянием стала заниматься музыкой его младшая сестра. Сейчас автор и исполнитель Елена Масловская. Я приглашаю ее на сцену. Да, знаете, вот тут прозвучало, вы услышали в первом отделении, что Володя не закончил музыкальную школу. Я таки закончила музыкальную школу на аккордеон, но на этом все и закончилось мое музыкальное образование, в отличие от него. Но тем не менее, когда в доме появилась гитара, и Володя так сумел мне ей заразить, что буквально, когда я закончила музыкальную школу, аккордеон загремел на антресоли. И я как взяла в руки гитару, и так вот с ней пожизненно, тем не менее, профессионал, то есть как профессионал не состоялась, а, в общем-то, стала автором-исполнителем. В первом отделении мы слышали проникновенный романс, который его дочь посвятила своему отцу, который исполнял Андрей, этот романс. А сейчас будет посвящение сестры, конечно же, я не могла не посвятить ему. Вымученная долгими бессонными ночами. Итак, прикосновение к гитаре. Срок наступил, и в мир пришел. Застенчивый обычный парень.
девочку нашел. Лишь прикоснувшись раз, тает. И улыбнулись небеса. Преображаясь на глазах, дарил он звук своей гитаре. Как пальцы рук под сердце стук творили музыку мгновенно. Душа струной дрожа веряла таинство вселенной. Среди людей был молчалив, но увлеченный блюзом старым, он страсть на волю отпустил. Сласть откровенничал с гитарой. Порой казалось, свет угас. Устал сносить судьбы удары. Но даже в самый трудный час не оставлял своей гитары. Как пальцы рук под сердце стук творили музыку мгновенно. Веряла таинство вселенной. Задув свечу, ушел вдаль и за пределами земными. Сквозь расстояние и года с гитарой связано отныне. И только гриф к руке прижмешь его подруги. Тебе расскажет дух гитары. Там небеса в иных мирах творит он музыку мгновенно. Его душа веряет таинство вселенной.
сообщество музыкантов – это особое сообщество. А сообщество джазовых музыкантов, ну, это, пожалуй, братство. Володя работал практически со всеми музыкантами города. Его помнят и любят все, с кем он когда-либо участвовал в концертах, кому аккомпанировал, с кем ездил на джазовые фестивали. Среди этих людей Владимир Аградов. Все присутствующие на сцене музыканты, которых я назову чуть позже. Марина Захарова, Вероника Покровская, Валерий Алиев и многие-многие другие, кто, я сейчас надеюсь, вспоминает о нем с теплотой. На сцене преподаватели Калининградского областного музыкального колледжа и Владимир Аградов. Я помню Клиффорда. Thank you.
Владимир Абрамов, Станислав Матковский, Александр Тарасюк, Евгений Калинин. Следующий номер программы – песня «Зажги меня». Ее исполнит Татьяна Малыгина и коллектив, который называется «Middle Band». В этом коллективе в течение 10 лет работал, выступал Владимир Масловский. Сейчас его состав таков. Вячеслав Худяков, Дмитрий Алхимов, Константин Осипов, Андрей Горшков. Татьяна Малыгина, «Зажги меня».
Я искренне верю, что сейчас Володя тоже слышит то, что сегодня происходит в этом зале, и что ему это нравится так же, как это нравится мне. Следующий коллектив состоит из музыкантов, которые тоже были хорошо с ним знакомы и много лет играли вместе. На сцену выйдет ансамбль под управлением Александра Чайкина. Дмитрий Алхимов, Камила Исаева, Андрей Горшков, Денис Резоватов, Иван Шевцов, Алексей Марков, Вячеслав Худяков. Прозвучит тема Веса Монтгомери «Блюз западного побережья». Thank you.
сейчас немного совсем другой музыки. Я приглашаю на сцену лауреата международных конкурсов Веронику Покровскую. Владимир Высоцкий, «Беда». Партию гитары исполнит ученик Владимира Масловского Андрей Горшков. Встречи и возможности преподносит нам жизнь. Я благодарна, что Владимир Анатольевич был и в моей жизни. Память об этом светлом человеке будет жить в моем сердце и в музыке.
Thank you.
Осипов. Александр Тарасюк. Евгений Калинин. Михаил Рыбин. Следующий исполнитель, который выйдет на сцену, тоже знал и работал с Володей давным-давно. Я пыталась вспомнить, когда Марина Захарова, ну, не могу сказать впервые, потому что не уверена, но когда я уверена, что она познакомилась с Володей. И мне вспоминается, страшно сказать, 83-й год, ансамбль под управлением Виктора Авдеева и долгие гастроли. Множество фестивалей связывает их Марина Захарова, Валерий Андрианов, слова Надежды Румянцевой, «Чайка», исполняет лауреат международных конкурсов Марина Захарова. Владимира Масловского. Аккомпанирует ансамбль
под управлением Александра Чайкина.
горячие чувства и воспоминания памяти Володю, замечательного, прекрасного, доброго человека. Особенно музыканта. Спасибо. И перед тем, как на сцену выйдет оркестр Калининградского областного музыкального колледжа, я бы хотела сказать несколько слов. За последние полтора года Володя очень многое успел. Он успел съездить в свой родной город, город детства, и повидать многих близких ему людей. Он успел съездить в Санкт-Петербург и вместе со старшей дочерью объездить все памятные места и уголки этого города, который он очень любил. Он успел подготовить учеников к международному конкурсу, съездил с ними на конкурс, выступил с ними на конкурсе, продержался до последнего дня, не подвел их. И в самый последний день своего пребывания в Петербурге он успел найти то место на Невском проспекте, тот дом, которые были ему дороги с детства. Это произошло в самый последний день. Вечером этого дня его увезла скорая. Но он успел. Мне кажется, это очень символичным и очень важным. И мне кажется, что это очень в Володином характере все завершить. Он успел. Я хотела бы поблагодарить вас за ваше внимание сегодня, за память о нем. Я бы хотела сказать большое спасибо всем, кто принял сегодня участие в этом концерте. Я бы хотела сказать спасибо тем, кто мне помог сегодня организовать этот вечер. На сцене эстрадный оркестр Калининградского областного музыкального колледжа имени Сергея Васильевича Рахманинова под управлением Дмитрия Кошелева. Джон Грин. Тело и душа. Thank you.